Так или примерно так выглядели русские казаки период войны 1812 года. Ну, это по мнению, так сказать, россиян. Но наше мнение-то оно не всегда может быть правильным, поэтому вот неплохо прислушаться и к мнению цивилизованного человечества. Вот перед вами отрывки из французско-бельгийского фильма 2018 года под названием «Сердцеед». Там все про любовь и немножко вот про, так сказать, про войну. И это 1814 год, русские казаки захватывают Францию, ну, так сказать, реконструкция. Где ты их видел, Жульян? В роще. Сколько их было? 50, не меньше. О, боже. О, капитан, капитан, скорее сюда. О, боже, капитан, казаки, они в версте отсюда. Жульян видел их в роще. Но ведь генерал... Генерала дезинформировали. Очень скоро они будут здесь. Они нас атакуют. Они перережут. Успокойтесь. Вы не представляете, какой ад тут скоро начнется. Они чудовища. Они дикие звери. Смотрите. Вот уж не собираться сегодня умирать.